Добрый день, дорогие друзья, с вами канал «Одна Австралия», и я Александр Петров. Новости сегодня 29 ноября 2021 года, и начнем эти новости достаточно нелегкого, но определяющего времени в жизни каждого из нас и в жизни нашей страны Австралии. Начнем с первой новости о том, что Sky News, это Руперт Мёрдок, считает, что Питер Даттон был бы лучшим из возможных кандидатов премьер-министр в лидеры страны. Дескать, он твердый, дескать, он умный, дескать, он сдержанный, и это и есть лицо Австралии. Скажу вам так, Питер Даттон находится на равном удалении от Британии и Соединенных Штатов. То есть, наверное, он бы удовлетворил обе фракции влияния в нашей стране. С другой стороны, я думаю, что Питер Даттон уже почти победил в свое время Скотта Моррисона. Если Скотт Моррисон, видя, что он не очень проходим сейчас, то Питер Даттон был бы лучшим заменителем Скотта Моррисона и вполне возможно выиграл бы выборы. Отставной полицейский, министр обороны, министр в бывшем, министр миграции в прошлом, это человек, который, наверное, удовлетворил бы очень многих. Жесткий? Да, он жесткий. Хороший он, кто его знает, но, по крайней мере, для тех людей, которые крайне правые, для тех людей, которым, ну, по тем или иным причинам не нравится Джошуа Фрайденберг, Питер Даттон был бы лучшим кандидатом. Я думаю, что если было бы такое решение выбирать Фрайденберга или Даттона, голоса бы разделились, и я не знаю, я бы все-таки выбрал Фрайденберга, но Vox Populi, Vox Dei, я думаю, что глаз народа, он будет превалировать. И какого народа, это еще вопрос. И что будут, какие деньги, какие люди стоят за каждым кандидатом. Но, видимо, нам готовят замену Скотту Моррисону. Поэтому все его благие пожелания, это всего лишь благие пожелания. А что будет дальше, зависит от других лидеров. И думаю, что, по крайней мере, одного из двух придется выбирать. Но, конечно, не нам с вами. А омикрон, это новый штамм нашей болезни, скажем так, шагает по планете, шагает из Южной Африки, и он сильно уже напугал всех. И все говорят, что, вы знаете, вообще-то бедные страны, вот они не укалывались в Африке, пора бы их уже и уколоть, а то от них всякая зараза идет. И я уже говорил свою точку зрения на этот предмет, но такое желание развитых стран поделиться вакциной с бедными странами, оно очень интересное. Раньше они ничего не хотели давать, кроме того, что убивало это население и стерилизовало их. Ну, может быть, это так и будет, но я думаю, что это будет вызывать большие волнения, в том числе и среди мусульманских, достаточно нищих стран или частей стран. Мы знаем, что Франция обрела большие проблемы, воюя с этими джихадистами. Но не религии единой сильны эти товарищи, а еще также и борьбой за свои интересы. И здесь очень сложно их не поддержать. А то, что омикрон вышел оттуда, я не думаю, что он вышел оттуда. Но это мое личное мнение. А вот какие будут последствия, вы очень скоро увидите. Доктор Койца из Южной Африки говорит: ребята, не делайте хайпа из этого штамма. Это всего лишь очередной штамм. Но дело в том, что хайп делают не для того, чтобы заклеймить какую-то там Южную Африку, Ботсвану и так далее. Нет, это делается для того, чтобы запугать нас с вами и объяснить те действия наших правительств и вообще, может быть, и власти во всем мире, которые за этим последуют. Реакция последует, реакция будет достаточно жесткая. Вы помните все эти локдауны, вы помните запреты на перемещение, вы помните все ограничения и насильственные меры по иглоукалыванию людей. Это добровольно-принудительные меры, потому что, когда тебя лишат практически всего, ну, у тебя останется возможность либо задохнуться, либо принят этот живительный укол, а потом еще один, а потом еще один. Ну и в итоге мы посмотрим, что будет, потому что если мы позволяем этому свершаться, значит, мы этого заслуживаем. Наш лидер Скотт Моррисон, кстати, говорит о том, что сейчас, буквально сейчас, решается судьба
границ Австралии, будут ли они открыты или они не будут открыты. И у нас еще 2 дня до открытия границ для въезда иностранных студентов и рабочей силы. И я думаю, что либо мы эти границы призакроем и вернем обратно 2-недельный карантин. Я боюсь, что я всегда верен в негативных прогнозах, а позитивных я обычно не даю, ибо я реалист. Вот. Либо у нас вообще граница будет закрыта до того, как нас опять не уколят в 3-й или в 4-й раз. Ну что, 1 раз, а 2-й раз не 1-й раз, да, как говорит пословица. И последнее. Скотт Моррисон говорит, что мы должны отказаться от анонимности в социальных сетях. А это что значит? Это значит, что все наши соцсети теперь будут давать данные для нашего государства. А соответственно, мы все будем открыты, и никакой свободы у нас уже, дорогие друзья, не будет. Причем на совершенно легальном уровне. Все эти фейсбуки, все эти ютубы и так далее абсолютно без, уже по закону будут сдавать вас государству. И ничего такого, что могло бы вам повредить, вы говорить не будете даже на кухне. С чем я вас, дорогие друзья, и поздравляю. Добро пожаловать в наш новый мир, новый чудесный мир. Спасибо.